Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов предстанет перед судом. Олега Елугина обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По версии следователей, народный избранник на протяжении полутора лет уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. От налоговых органов депутаты по совместительству руководитель крупной организации скрыл более 9 миллионов рублей. В столичную инспекцию ФНС он предоставлял ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях. Следствие предъявляет народному избраннику и другие обвинения. Елугину предъявлено обвинение в мошенничестве при возмещении сумм НДС на общую сумму чуть менее 2 миллионов 200 тысяч рублей, которое было совершено в 2011, 2013, 2014 годах. Эти денежные средства были похищены из бюджета, и в последующем ими обвиняемый распорядился по своему усмотрению. По уголовному делу была изъята вся необходимая бухгалтерская и иная документация. Причастность обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям подтверждается заключениями налоговой и 7 почерковедческих судебных экспертиз. По уголовному делу допрошено более 60 свидетелей. Материал уголовного дела составили 21 том. В целях обеспечения возможности возмещения части причиненного бюджетной системе ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Land Rover.